Мы что-то там сделаем. Да, у нас того последнее поручение осталось. Литофаг, обогащенная атмосфера. 2-2, 2 дредноута. Ракенстаун! Ракенстаун! По пиву. Урон от кирки увеличен. Надо такое? Да нет. А, ладно. Так. Пока что. Ну и ладно. Сейчас я проверю кое-что. Окей. Потом. Ничего. Все, пошли. Пойдем. Застегните ремни. Дредноутов развалить. Ага. Два мутилы и жопы. Да, легко. На раз-два развалим обоих. Ну да, как обычно останемся. Ну, короче, будем разваливать на начальной арене. Это удобнее всего было, как показывает практика. Притащить их сюда. Ага. Еще на атмосфера, отлично. Поставь платформу под нитку. Ага. Угу, спасибо. Бегать как малюшканная. Купи дровайда! Купи дровайда! Купи дровайда! Чего? Ну блин, они ж как джавы. Все, здесь все. Пойдем сюда. Да. Ладно. А, еще третий. А, ну ладно. Давай сюда, хочу вот сюда. Да. Копаем. Нет, надо вот сюда и вниз. Вот, все правильно. Угу. Да, отлично, не за это. Да. Это был не вопрос. А это было не ответ, это было, так сказать, подтверждение твоего статуса кво. Ладно. Выкрутился. Здесь жука оставили. Ну, разрезала глотку. Это заразы. Нет. Это что, просто надо? Давай сразу, наверное, с заражением, короче, распрощаемся. Давай, все. О,
Или два здесь. Вызываю капсулу? Или ты уже вызвал? Не, не вызывал еще. Но я вызываю тогда. Так, сюда поставлю. Request cleared. Sending in cleansing equipment. Cleansing pod has arrived. Time to clean up. Вот. Блять, сверху. А, держится. Блин, потратила. Да, а меня просто в этот момент схватило это. Я начал стрелять, но чуть-чуть не добил. Да. Меня заражение сковало. Вот тут. Вот здесь можно. Угу. А еще. Все. А, повесить фонарики. Угу. Сейчас здесь было куча минералов, где копаем. Цена на красном, конечно. По-моему, здесь больше ничего нет. Да, ладно. Тогда пойдем сюда дальше. Клево быстро бегать. Конечно. Хорош. Мешает. Ну, микрофон был рукав. Что это такое, подожди? Это яйцо? Блин, я его чуть, короче, не разбил случайно. Да. Вот прикол был. Тогда... Давай, наверное, его сначала убьем, потому что там... Если его сначала убьем. Мы хотели на арене выйти. Ну, надо... Да, на арену, давай. Бежим, потому что здесь... Все, побежать давай надо. Там просто челы идут сейчас. Можем залить яйцо. Нарки, откуда нам идти? По пряникам. Давай, сейчас я поставлю. Я тоже пробежал. Можешь, когда будешь готова. Вызови пока снабжение. А, все, ты с другой стороны. Да, я с другой стороны. Я сама это вызову. В принципе, вызывай. Готов. О май, да. Мою же бороду. Перевод.
О, они уже здесь. Да? Да. Ну, видимо, как-то вкратце пробежали. Один пришел. Второй пришел. Да блин, прикольно будет. Так. Ну, вот сюда. Угу. Началось, блин, лето. Фарш. У меня, кстати, нету теперь этой штуки. Спасибо. О, вот яйцо, блин. На красное, на красном. Я говорю, да. И так я и в прошлый раз тоже такой бью. Думаю, о. Я даже по нему пару раз ударить успел, потому что не понял сначала, что это яйцо. Ой. Это фонарик был, оказывается, его можно разбить было. Не, не мой, а... Сейчас, ты где, я тебя не вижу. Вот эти вот... Вот эти фонарики можно разбивать. Не, на, не наши, а вот, вот эти вот. А, эти, да.
И синие такие же можно развивать. Мы можем этого басянского тоже же убить. Сейчас докопаю. Ага. Так. Пройти можно вперед. Сейчас Молли придет, здесь надо собрать. Дальше кусочек заражения. Ну просто обратно можно вернуть. У них есть летающие турели. Почему они не могут эту моли летающую сделать, чтобы она быстрее летела, а не пердёхала? Короче, я хочу перейти к их конкурентам. Там лучше техника. Там, скорее всего, все эти роботы копают. Там уже людской труд не юзается. О! Нам вот эту фигню надо сделать. Давай, здесь поставлю. Да, ставь. Главное, отойди назад, а то тебя прибьет. Так, смотри. Они там прямо из нее как будто вылезли. Так, куда копать-то? А, вот сюда вообще. Я в другую сторону. Да, точно, там грибочек торчит. Давай я теперь поливать буду. Давай. Так, меня схватили. Да, давай, сначала. С этой стороны зайди. Где? Вот здесь. Наверх. У нас наверх. О, вот там куча. Угу. Кинь вот сюда, пожалуйста. Угу, я тогда пошла назад. Угу.
Как ты тут делаешь? А я с этой стороны, мне удобнее Да, точно. прийти. Там уже близко. Готово? Там пополнилось, там все дела. Все. Страшный. Стражуля. Или пролез. Поставь, наверное, сразу. Что? Снабжение. Да нам хватит этого. Он там одну слышал. Зеленый приполз. Туговато, походу. Да ну, вон, все интересно. По карте не видно. Где прибавляется? Так стрёмно. Во-во-во, с середины опять ломится, вон дырка. А, все, я тоже увидел. Правильно, еще и не стоит. Ладно, пусть вылезет, а там. Он на мои лица не реагирует. Если короче в дырку упал. Давай открывай жопу. А, еще. Нажимаю кнопку, у нас всё под... А, ты уже нажал? Ну, нормально, он там проел, красиво. Такой аккуратный проход проел, не то что. Ага. Ну, делаем.
нас такой аккуратный проход, в основном бывает, когда мы с бурдозером. Я другие забываю посмотреть приманки. Не приманки. А, мне приманка нравится, ее поставил и как тебя никто не ест. Удобно очень. Мне кажется, у инжа это самое лучшее, особенно в сочетании с этими туретками. Может быть, я, кстати, об этом не думал. Мне кажется, норм. Но этот лазерная, конечно, резак лазерный вообще не вещи какая-то. Ладно, я жемчуга взял только 8. А, ты еще выкопала. Ну. Так, мы что-то там прошли. Мы прошли первую часть поручения вот этой мутации. Сейчас нам насуют. Две копейки. А, спасибо за две копейки. Так. О, умная винтовка. Я возьму, наверное, умную винтовку. Лок 1. Начать поручение. А есть еще еженедельная. Там дадут тоже материалы для крафта. Давай. О, да мы еще успеем, да? Лучше пушки сделаем. Ладно, давай пушки. Не знаю, что за умная винтовка. Ты знаешь, я тебе показывал. Это про которую ты мне говорил? А. Тепловая пушка? Нет, не тепловая. Умная. А, которая там стреляет. Заменяй дробовик. Я поняла. Вон. А есть еще плазма. Заряды. После броска держите какой-то большой волны. Сенсорная мина. А. This mod better be worth it. This is gonna rock. Я не понимаю, блядь, что это здесь куча текста, блядь, и все вода какая-то. Сейчас, это у кого? У Инжа? Угу. Последнее, блядь, что это такое? А я, кстати, не читал. Я вообще не понимаю, что это. Да. Какие-то дроны. Короче, попробую возьму, да, посмотрю. Какие-то дроны будут летать. Очень дроны похожи как раз на технологию конкурентов, которые летают дроны. Просто, блядь, там вот все написаны нормально, а вот это единственная какая-то хуйня. И я не понимаю, что там написано. Так, ладно, выбирай миссию. Так, если что, у нас с тобой одинаковые. У тебя треугольник? Сейчас. Или ты не взял? Нет, я взял. Там еще минерал. А, да, треугольник. Ура, нам повезло. У нас еще здесь минераломания. 2-2 минераломания. Так, а что у нас? Урон от кирки увеличен. Нет, не буду пока. Ну, давай какой-нибудь пивасик хочу открыть новый. Давай. Эпическая крепость. Тут не командные. Тут где пиво-то? Ща, он просто его здесь долго делает. А. Что даст? Я не знаю. Мне просто интересно. Обычно ничего. Зеленая. Еще над ним мухи летают. Сейчас даже музыку включу. Так, мне не нравится танец. О, отлично. Все. Блять.
теперь. О! Джупитер бежит с подливой. А как это от первого лица выглядит? Кто-то загорает. И это мухи улетели. А, ладно. Я надеюсь, мы так на миссию не пойдем. Ну, придется пойти. Я так. Не хочу так. Но оно быстро пройдет. Да, в прошлый раз ничего не прошло. Да ты даже не заметил, как прошло. Да ладно, блин, прикольно. Нет. Да. Может, модификаторы, кстати, дать какие-нибудь? Ну, плюсом... Нет, ничего не дает. Психологически дает. Это, блин, мы идем на смерть и... Как тут не... Смайл. Вроде ничего даже не двоится. У меня все двоится. У меня все нормально. Повезло тебе, значит. Значит, закаленный алкаш. We're sending you in to grab whatever samples they're preparing for extraction, destroy the facilities, and show them... А не, он, да-да-да-да, он... О, куда-куда? Ты разворачивай. Куда он еще здесь остановится? Sometimes I wonder if mining is all there is to life. Then I punch myself in the nose. Блин, я хотел переключиться на бурильщика, на бур. Блин, где я, кто я? Ага. Мне не проходит это говно. Потихоньку пройдет, не бойся. Удобная игра. Все, больше не буду твое сраное пиво пить никогда. Сам пить. Да, я буду. Просто пей. Куда еще эти цветы девать? Как не угорать? Я наушник надену. Хотя я, наверное, не переключу звук. Ну, это хотя бы одно. Хоть какая-то радость. Блин, а еще... Ой, блин, сама игра, тут тоже она двоится. Ой, здорово. Спасибо. Смотри, оно прям с двоением даже это. Флэппи Бёрд. У меня музыка, блядь, теперь не работает. Я сапоги сделал. Ну, а теперь нигде музыка работать не будет. Нам один забег всего лишь и все. Да. Да сколько мы предыдущую катку прошли, не помнишь? Блядь, не работает вообще теперь ни хера. Я не понимаю, как это должно работать. Почему, типа, я переключаюсь на наушники, у меня работает игра, не работает, блядь, больше ничего. Как это, блядь? Вот так. То он мне голову сверлит. Здесь так узко.
Тупик? Нет. Дальше никого. Первый раз такое вижу. Ну, потому что, как бы, такое уже было, но... Типа, не стрел... Попросила же. Я не ковыряю, я остановился. Ну, ты выковырил там как раз то, где можно было прятаться. Я думал, просто убьем сейчас и все его. Я что-то еще хотел сделать, потому что я начал в него стрелять. Before you can access the data vault, find the power stations powering it and shut them down. Ludicrous speed! Lighting! Airborne! Maybe we're not gonna die after all. I got the deposit. Light is up. Nitra, get moving on. Те штуки стоять нельзя на поле вообще. Да, точно такие же. Я говорю, точно, они же похожи визуально были. Так, значит, ты здесь выкопаешь, да? Ну, я постараюсь. Я тогда сюда пойду. Кинь мне, пожалуйста, вон здесь. Спасибо.
А я вообще забыл про то, что еще третий есть. Я с этими с минами хожу. Мины прикольные, но они, блядь, они так friendly fire'ят. Типа, я от них столько поебалу получала. Меня не вымораживают ничего. А, может, я тоже их возьму, потому что мне кажется, вот эти дроны это говно. Типа, вот где они? Вот что они сейчас сделали хоть что-нибудь? Мне вот интересно, у них мухи такие. Чё не сделали? Ну, нормально разносят. Но они вот, я не знаю, не возле я одного... Я их его разнесла. Ага. Я не знаю, не возле одного места летают, где ты их призвала, или... Не знаю. Понятно. Или... А, нет, с тобой ходят, смотри. За тобой, прям вокруг тебя. Ладно. Мне это нравится. Я люблю, когда за мной роботы ходят. Я робот. Меня зовут Максим. Ну, блядь, не те, которые молчат. Не те, которые или. Наоборот, те, которые молчат. Так. И как-нибудь делают. Ми-ми-ми. А вот здесь. Блин, вам мне подарили отключающуюся эфку. Ладно. Я просто фонарь держал, поэтому. Накинь, пожалуйста. Спасибо. Накинь сюда, пожалуйста. Ой, ай. You have sniped your last dwarf turret. Go ruin someone else. There is Mitra over here. Loot box looted. Yep, спасибо. Но они больше не летают со мной. Новых надо запускать. Mm-hmm. Я ничего не вижу. А потихоньку генератор буду делать. Давай, я пока еще здесь до пылесосю. Так, пока по пылесосю. Легко, оказывается, будет прям по прямой пройти. Ну-ка, мои против чужих, кто победит? Твои победят. Надо. Угу. Я тащу как раз. Нет, уже все.
Все жалел. Да зачем? Не надо. Все уже сделано. А что пойти бомбу ресурсить? А все. Let there be light. Так. Что пока за... Запустить? Еще, подожди. Я думаю, где поставить. Да, поставь. Все, можно запускать. Полоска не так появляется, как будто... Остриж пришел. Да, мне даже не... Пострел сделал. Как он просто рассыпается красиво. О. Кристалл. Какой-нибудь маленький поползет, не убивай его, я хочу отхилиться. Ага. Все, отхилился. First power station is down. Well done. Keep going, and we'll have the data vault force field down in no time. I got no ammo left. В другую сторону. Red sugar. Фонари закончились. Полагаем, он туда. Снаружи сидит. Ой, я тебя потерял. А, иди за Молли. А, все, если видишь его. Мы топили этого нитро. Там голды почти нет. Как называется это, этот биом? Кристаллические пещеры, по-моему. Просто чтобы
Хотя мы, в принципе, берем в любой копание с одного удара. Кроме песка. Да. В любой полезный, кроме песка. Да. Стало. Как вокруг нее бегаешь и киркой бьешь? Угу. Побил Мойру там, да? Да. Так, где-то снайпер. Ща я его. Нету, как его, как называется, перка. Так, здесь осторожно, робот стоит. Сейчас сначала лазер убьем. Типа, подбирать ресы с более большого диаметра. А, радио, я понял тебя. Так, здесь осторожно, робот. Может быть, снабжение поставим? Да, давай сразу здесь. Там прям рядом, прям вот осторожно. Поставлю снабжение. Пополнимся сначала. Где он? Ткни на него. Он вот там. Вот где Ник. А, все, я увидела его ноги. Готово? Да. Я прям сразу иду вот в эту штучку, его уведу. Так, давай тормози. Так, минус один, только правда чуть у меня. Я сейчас пока отбегу за это. За сахарком. Давай, иди сюда. Все. Ой, его можно вскрыть? Да. Просто к ним в миле подходишь и вот в эту точку бьешь, прям сразу выносишь. В миле подходишь. Весело. Но ты еще резаком хорошо по ним прошлась, попала прям по точке больной. Light is up.
Поставь вот здесь, пожалуйста. Я сама. Ладно. Как мне все выкопало? Блин, почти 600 метров. Блин. Ну, мне кажется, с генератором много дают. Типа здесь спавнится много нитро. Я пока не вижу. Ого! Он вниз прилетел. Блёд. Он в самый-самый низ прилетел. Там сейчас где-то здесь. Да, я... Значит, на месте будем. Вон он. Вот здесь дырка от него. А, ну так это легко. Можно сюда. Сейчас, я все сделаю. Стой. Я сама все сделаю. Да, хоть такой. Что-то бьет. А, это он кого-то бьет. Давай, поймаю. Не надо ловить, потому что, ой, я сейчас сдохну. Нет, не сдохла. Я тебя понял, что ты хочешь сделать. Ты поставил? Нет. Блин, сейчас меня бьют. Ай, меня кто-то бьет! Сейчас. У меня просто 2 хп. Иди. Так. Сейчас я еще притащу. Все, он передавать начал. Все, можно в принципе. Ты прям несешь, что ли? Сейчас у меня этот. Пойду сахар найду. Наверное, одна. Тащу. Тащи. Я здесь пока продолблю, чтобы можно было. Можно ближе поставить, здесь же не граница. Ой, точнее, здесь близко он. Все. А, все. Нажимаю? Да. Hacking has commenced. Protect the hacking drone.
Две твоих турельки и еще Бетси. Ага, не можно ничего делать. Оставь мне маленького. Мне надо отхилить свои 5 копеек. Я отхилю, блин, с этими чуваками. Я не успеваю ничего сделать. Моё! Я просто ничего не делаю. Он... А, ладно. Дрон сейчас будет еще один. Блин. Все улетает. Все, у нас есть дрон. Можно идти туда, откуда ты сейчас пришел. Да. Если, блядь, я пройду. У нас два теперь вот этих вот, две турели самоходные. Одна самоходная и один летающий. Ладно, здорово. Я думаю, отсюда можно бить. Тем более у нас и есть сапоги. Танки, да. Я тогда поставлю здесь. They haven't yet invented a machine that can best a dwarf. Hey, I'm out. One sensor gun ready to be built. Resupply arrived. Go restock. Next point. Then we'll take it. Treehouse. Yeah. Да, здесь и вокруг бегать с тапками удобно. Ну, иди включай. Включаю. Эжектинг the power sword. The force field is down. But watch it, the caretaker is not going to like that. Destroy it before it reduces you to cinders. Next. Let's see. Ah, what could I put? Destroy the best! Watch the fire, moron! Как по ней, с какой стороны? А там лампочка горит. Ну, я имею в виду вот так вот. Типа, вообще не видно эту лампу. Я бью. С твоей стороны. Все, закончили. Ты своих не кидала? Ага.
Ты можешь прям сквозь, на самом деле, стрелять. Он будет насквозь пролетать. А, в принципе, да. И даже с задней стороны. Я подумала об этом в первый раз, когда ты пошел с другой стороны бить, но думаю, наверное, слишком... Не, ну, просто насквозь пролетать. Я так и делал. Ладно, попробуем. Ты даже вот эти можешь щиты вот прям насквозь, потом будет несколько щитов сразу бить. Если там гнобит эти, видишь, попадаешь. Быстро. Раздавит? Я внутри. Сюда хотел. Нажмешь сам. Сейчас она появится. Dropbot arrived. Mule is returning to LZ. Dropbot departing in T-minus 5 minutes. Дрона полезла. Которые мы были. Что, блядь, можно нахуй сверлить уже 3 часа? Соседей. Ой, там чуваки танцующие в костюмах были. Ну, этот взорвался, и подлетели его дружки. Тимворк. Не забудьте разгрузиться. Пока. Почему мы его не можем с нами забрать? Набрали. О, коричневая. Что это такое? Коричневая. Что у тебя за лицо еще один? У них такой подбородок, как будто еще один рот какой-то появляется. У тебя ты стрелочка с кружочком? Стрелочка с кружочком. У меня тоже. Потому с тобой. Ты какую пушку взяла? Что скажу? Может, мы одинаково просто взяли? У меня какая-то... СВЧ излучать? А, нет, у тебя... Нет, а, точно. Винтовка лок. А, значит, просто совпало. Так, перерывчик.